Привет, дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад» у Аленушки. Тема сегодняшнего видео – как я сохраняю петунью до весны, мой способ размножения любимых сортов и расцвета. Сегодня хочу вам рассказать, как можно сохранить самую красивую петунью, понравившийся сорт, понравившийся цвет зимой. Много лет подряд я выращиваю петунью. Очень люблю ее в подвесных кашпо, на польных вазонах в итоге получается очень красивые пушистые кусты одно растение мне объем я даю от 8 до 12 литров но есть такие сорта серии где и 20 и 30 литров вырастает огромный красивый свисающий с обильным цветением куст для того чтобы нас петуния радовала можно, конечно, посеять ее и семенным способом, можно, конечно, приобрести, купить. Есть питония, которая вырастает только и размножается только вегетативным способом, но вегетативно пока у меня питония нет в планах, конечно, приобрести мне ее. Но хочу вам рассказать о питоне, который я выращиваю семенным способом, и потом маточные кустики я сохраняю в квартире. Заготовка черенков. Начинаю я заготавливать черенки еще с августа-сентября месяца, середины сентября. Самые вот такие подходящие месяцы для того, чтобы укоренить черенок и сохранить его как маточный кустик какие брать черенки и как их подготовить. Черенок длиной где-то 5-7 сантиметров вполне подойдет для черенкования. Далее, чтобы черенок был здоровый, нижние листочки мы, конечно же, обрезаем. Бутоны и цветы удаляем, иначе они заберут всю силу растения. И также прищипываем, если есть боковые побеги. В результате у нас получается хороший, здоровый, ровный стебелек несколько пар верхних листочков. Даже если есть большие листы, я их обрезаю наполовину. Подойдут также и боковые побеги. Для процесса черенкования я применяю корневин. Можно, конечно, взять любой укоренитель. Кто-то без укоренителя вообще укореняет. В грунт неплотный, грунт должен быть рыхлый. Я добавляю вермикулит или агроперлит. Макаю Свой черенок, немного его опудриваю и опускаю в, в субстрат, проливаю потом любым стимулятором роста слегка, чтобы не переувлажнен был. И через 7-10 дней появляются уже первые корешки. Конечно, бывает такое, что появляются они через 14 дней обязательно укрываю, делаю как бы тепличку. При закрытой крышке или укрытии пакетом грунт очень долго не высыхает. Но обязательно его проветриваем, чтобы не было загнивания. И у нас уже готов хороший посадочный материал, который мы будем сохранять зимой. То есть черенки укоренились, потом я переношу их в более большим объемом горшочки и зимой они у сохраняются. Сейчас покажу, конечно, за то время, что я приболела, черенки ухода получали мало, и, конечно, они не в таком бы как хорошем состоянии, как хотелось бы. Но сейчас вы увидите, в каком состоянии находятся в данный момент у меня черенки. Ходят для укоренения обязательно добрать, где побег для черенкования молодой, не одревесневший. Желательно не успела заложить бутоны. Это идеальный материал для черенкования. Вторая ошибка – слишком большой или слишком маленький размер черенка. Оптимальная длина посадочного материала должна быть, повторяюсь, 5-7 см. Более длинные и, наоборот, более короткие черенки укореняются хуже. Третья ошибка, при которой мы тоже можем совершать плохое укоренение, это слишком тяжелый грунт. Почва, в которой будут укореняться черенки, должна быть легкой, воздуха и водоприницаемой. Никакой земли с огорода. Хороший торф, смешанный с перлитом, вермикулитом, также торфяные таблетки, готовый цветочный грунт с магазина. Все это подойдет для хорошего черенкования. Четвертая ошибка – это избыточная влажность грунта. Не нужно чрезмерно увлажнять почву, она должна быть именно влажной, но не заболоченной. В то же время нужно постоянно контролировать состояние грунта, не давать пересыхать, но и не переливать. Пятая ошибка – недостаточная либо чрезмерная влажность внутри парника с черенками. Создаем парниковый эффект, он должен быть умеренный. Для увеличения влажности достаточно опрыснуть черенки и закрыть парник. А для избавления от излишней влажности нужно хотя бы раз в день удалять скопившийся конденсат на пленке или на крышке парника. Еще одна: шестая ошибка недостаточное освещение. Для укоренения черенка нужен хороший свет, но не прямое солнце. Начиная со второй половины сентября черенки нужно куренять конечно с подсветкой обычного солнечного света в это время года им уже недостаточно тем более что в осенний и зимний период солнце бывает далеко не каждый день, да и приложительность светового дня значительно сокращается седьмая ошибка слишком высокая либо слишком низкая температура воздуха оптимальная температура в помещении для наилучшего курения черенка должна быть в диапазоне 20-26 градусов без резких перепадов. И еще один немаловажный момент. Осенью и зимой черенки укореняются в разы хуже, чем в весенний-летний период. Видимо, заложено на генетическом уровне. А время биологического покоя дает о себе знать. Поэтому старайтесь закончить процедуру черенкования до конца сентября. В дальнейшем без специальной мощной подсветки укоренить петунию будет нелегко даже с соблюдением всех правил. Надеюсь, мое сегодняшнее видео стало для вас чем-то полезным. Вы получили ответы на часто задаваемые вопросы, почему не укореняются черенки петунью. Я буду благодарна за лайк, если видео стало полезным. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх и до новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.